18 юных химчан получили паспорта в День флага России. Торжественная церемония прошла в стенах музея в парке имени Толстого. Поздравить ребят и вручить им главный атрибут гражданина пришли глава округа и председатель Совета депутатов. Мероприятие проходило под эгидой губернаторской программы «Чуткая власть». Перед вами будет открыто много возможностей. Я очень надеюсь, что вы будете эти возможности пользоваться именно у нас, здесь дома, в городском округе Химки. Теперь вы официально представляете огромное и сильное наше государство. Ваша задача быть стойкими гражданами, преданными своей родине. Александр Дринов пожелал ребятам, чтобы они сохранили в себе те качества, которые символизируют цвета флага – мужество, верность и благородство. Вы становитесь равны перед законом, как и все граждане Российской Федерации. Но мы-то знаем, что гражданами вы стали в тот день, когда появились на свет. Сегодня вы переходите в новый этап своей жизни, так называемый подросток. А в 18 лет вы станете полноценными гражданами Российской Федерации. После поздравлений и вручения паспортов гражданина, а также поздравительных адресов от губернатора области и главы округа, коллективное фото и небольшая концертная программа.